Стучусь в преддверье идеала. Ответа нет, а там, вдали, манит, мелькает покрывало едва покинутой земли. Александр Блок. Вот вы знаете, когда я писал книгу «Архитектура невесомости», ну, естественно, знакомился с различными проектами космических поселений. Наверное, наиболее разработанный такой, наиболее аргументированный инженерный проект американца О'Нейла. И, в частности, О'Нейл говорит о том, что начало космического строительства он относится к середине 90-х уже годов. А дальше прогнозы его чрезвычайно любопытны. Он говорит, что к 2050 году население земного шара возрастет примерно в 4 раза. То есть это что-то порядка 15-20 миллиардов человек будет. Но к 2085 году оно снизится уже до 2 миллиардов за счет переселения основной части жителей Земли в космическое пространство. То есть это уже можно говорить о гигантских каких-то городах, каких-то монополисах в космосе. Вот интересно, Леонид Васильевич, как вы относитесь к таким прогнозам? Вот кажется, что мы говорим вдвоем, да? На самом деле у нас есть третий собеседник. Я хочу вас спросить, дорогие товарищи, в космос хотите переселиться? Вот на эти самые мегаполисы, о которых с таким пристрастием пишет профессор Принстонского университета Джерард О'Нейл. Хотите? Молчат, видите? Давайте подумаем за них, хорошо? За них подумаем. Захочет ли большая часть населения Земли переселиться своего уютного, обжитого дома в космос? Давайте подумаем, зачем? Попробуем? Что ж, попытаемся встать на такую точку зрения, которая наши сегодняшние земные заботы сближает с заботами вселенскими. Вот этот человек сумел когда-то соединить в себе век нынешний и век грядущий. И он сказал: «Всякое разумное существо должно проникнуться историей Вселенной. Нужна такая высокая точка зрения». Но наверняка и сегодня среди зрителей нашего фильма будут те, кто скажет, что избранная нами тема есть лишь повод для досужей фантазии. Если хотите, пусть будет это чистая игра ума. Все-таки это интересная игра. Но не только она чистая игра ума, потому что, если брать Циолковского, предвидение которого во многом уже исполнилось, он говорил определенно о том, что человечество будет жить во Вселенной. Не только Циолковского, многие серьезные ученые, и Советского Союза, и зарубежные ученые, постоянно обращаются к этой теме. И поэтому она не совсем беспочвенна. Есть и научные основания к тому, чтобы предполагать это расселение человечества в космосе. Будет ли оно таким большим, как представлял себе Циолковский, который считал людей, живущих в космосе, миллиардами, или будет оно скромнее, это другой вопрос. Но да. Что жить там будут, вроде... это практически стопроцентная гарантия к этому дается. Мы не знаем как, не знаем где, не знаем даже толком зачем. Я не знаю, вот надо было доказывать, что человеку, где-то уже не, Земля стала тесной, надо выходить в космос. Если бы был такой вопрос поставлен формально, так сказать, в нашем государстве, например, в нашей стране, мы бы в космос так и не полетели.
Доказать это конкретно очень трудно. Очень трудно. Зачем человек пошел в космическое пространство? На Земле очень много проблем. Тем более это дорогое удовольствие. Ну, пошли. Потому что человек, наверное, от природы такое существо, что но его не может удовлетворить какое-то вот статичное такое спокойное состояние. Видите ли, я думаю, что когда человечество предпринимает такие большие проекты, крупномасштабные проекты, оно делает это с целью решения своих глобальных задач. Человечество делает это для того, чтобы самому жить лучше. Другой цели у человечества нет, если оставить в стороне социальные вопросы. В наши дни, говоря о космосе как о будущем новом доме, вряд ли нам удастся уйти от социальных вопросов. И уж если зашла речь о строительстве больших космических поселений, то придется вспомнить и такой факт. В 1953 году была спроектирована такая космическая станция – Тороид, Бублик. Автором проекта был вот этот человек – Вернер фон Браун, который в нацистской Германии работал над оружием возмездия Третьего рейха – баллистической ракетой Фау-2. А после разгрома гитлеровцев был перевезен в Соединенные Штаты. Так вот, Бублик фон Брауна был предназначен для 300 человек внеземного гарнизона. Это была, по сути, космическая казарма. Ну а вот так должен бы, по идее уже упоминавшегося О'Нейла, выглядеть корабль-колония для 10 тысяч поселенцев. Вот вы читали работу О'Нейла. Скажите, зачем О'Нейл предлагает строить космические поселения? Что будут делать жители этих поселений? Где они будут работать? Скажите. Что пишет по этому поводу О'Нейл? Космические электростанции, заводы. Так. Электростанции в первую очередь. Да. Так? Энергия. Заводы, да? Я напомню вам цифру. Примерно 70% энергии, которая производится сейчас на Земле, примерно 70%, расходуется на переработку минеральных ресурсов и на их перевозку к местам потребления. В космосе как? Где эти минеральные ресурсы? На Земле, да? То есть О'Нейл предлагает эту энергию направлять на Землю, правда? Да. На Землю. Значит, на Земле будут добывать по-прежнему полезные ископаемые, а в космосе только производить энергию, да? За короткое время имя О'Нейла уже несколько раз прозвучало в фильме, так что пора представить его вам. Вот он, Джерард О'Нейл, профессор физики Принстонского университета. Разработанный им проект космического поселения, которое существовало бы между Землей и Луной, наделал немало шума. Профессор написал любопытное футурологическое эссе, где утверждает, что такого рода космические поселения разрешат едва ли не все тревожащие нас сегодня проблемы. Если посмотреть, как О'Нейл с помощью этих поселений космических, о которых он пишет, собирается решить вот эту задачу, то я вам напомню, что он делает. Он пишет о том, что человечество жило наиболее счастливо в какие времена? Во времена Афин, времен Перикла, во времена Иерусалима, времен царя Соломона, говорит, что были маленькие населенные пункты, где жило от 10 до 20 тысяч человек, там или, может быть, не больше 100 тысяч человек. Вот там люди были наиболее счастливы. О'Нейл об этом пишет прямо. Он считает, что люди, когда они выйдут в эти космические поселения, будут счастливы примерно так же, как греки были счастливы при Перикле. Но ведь это же утопия. Это утопия. На каждого свободного грека при Перикле было примерно 6 рабов. 6 рабов. Вот они и были счастливы поэтому. Раз. Два. Это счастье закончилось через 20 лет. Хватило на 20 лет только. Войны все это дело разрушили. Социальная структура разрушили. О'Нейл утопист самый настоящий. Те поселения, о которых он пишет, это чистая вода утопия. Вот промышленное освоение космоса, производство энергии в космосе, производство материалов в космосе, космические информационные системы – это не утопия. Это то, что нужно человечеству в действительности. Не прожить даром жизнь. Продвинуть человечество хоть немного вперед. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы, может быть, скоро, а может быть, и в отдаленном будущем,
дадут обществу горы хлеба и бездну могущества. Главное, для чего нам космос нужен, это не для того, чтобы жить там. Жить мы можем сейчас на Земле. Посмотрите, к нам с вами уютно. Мы сидим здесь в приятном интерьере. Вот за нами синеет сумрак такой, очень приятный. Нужно ли нам сидеть за этими тонкими стенками в космосе? Зачем мы идем в космос? Космос даже нам нужен дождя потом... там нет, который сейчас... Даже дождя нет. Без дождя может быть скучно, согласитесь? Когда да. дождь тихо барабанит по стеклам, создает уют, правда? Нет, в космос мы ходим не для того, чтобы там жить все-таки, я думаю. Космос нам нужен потому, что он дает возможность нашей цивилизации ускорять, в конечном счете, научно-технический прогресс. Это главное. И я думаю, что это будет ведущим. Так как же? По каким путям будет развиваться эта наша жизнь и работа в космосе хотя бы в ближайшие столетия? Она будет развиваться в трех направлениях, если хотите. Первое направление – это космическая информационная система. Информационная система – это связь, это наблюдение Земли из космоса, космический мониторинг. Второе – это космическое производство. То есть производство на космических орбитах материалов с улучшенными характеристиками по сравнению с тем, что можно сделать на Земле, или таких материалов, которые на Земле вообще нельзя сделать, потому что мешает сила веса. Третье направление – это космическая энергетика. Об этом писал еще Циолковский. В космосе действительно изобилие энергии, солнечной энергии. Изобилие, конечно. Но порой кажется, что и такого количества энергии нам не достанет. Слишком уж много, и с каждым днем все больше требуется каждому из нас в нашем земном доме. Так вот, есть подсчеты простые. Примерно нужно от 10 до 15 киловатт в расчете на одного жителя Земли. 10-15 киловатт. Кстати сказать, масштаба 10 киловатт на жителя Земли – это то, что сейчас приходится в развитых странах. Да. Вот. Так что, если вот взять цифру населения Земли масштаба 10 миллиардов, 10 миллиардов, 10 киловатт, мы получаем 10-14 ватт. Эта цифра не случайная цифра. Эта цифра в известном смысле опасная. Вы имеете в виду тепловую? Я имею в виду именно тепловую это. Тепловую опасность. Больше производить на Земле нельзя. Поэтому, если мы хотим здесь искать какие-то выходы, то вот как раз космические электростанции в этом смысле действительно интересны. Когда говорят о космических электростанциях, почему-то забывают, что они позволяют снизить производство добавляющей энергии на Земле. Если мы будем получать больше энергии из космоса с помощью космических электростанций, то можно будет не сжигать уголь, не сжигать нефть в том количестве, как сжигают сейчас, скажем, понимаете? Однако даже в теоретических дискуссиях о будущем энергетики эту возможность не учитывают. Полагаю, вероятно, чистой фантастикой. Вот эти самые громадные электростанции, о которых писали последние 10-15 лет довольно много, ведь в значительной степени это вопрос экономить. Вот если хотите цифры, по американским опубликованным данным, сколько стоит 1 ватт электроэнергии, если использовать кремниевые фотопреобразователи, $30 на 1 ватт. Если использовать более перспективные и, соответственно, более легкие батареи из арсенида галлия, то это $200 за ватт. Вот если возьмите эти самые 10 гигаватт, да. Простую арифметическую операцию, одно на другое умножите, не будем делать это вот так вот, просто в порядке упражнения, можно просить сделать это тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, то вы увидите, во что это выливается. Это выливается в страшные расходы. Но сейчас есть очень серьезный задел, научный задел, технический задел, который показывает, что эти цифры можно значительно снизить. Буквально раз в 500. В 500? Да, вот так. Ну, например, одно из направлений использования не кристаллического кремния, а аморфного кремния. Вот сейчас такие результаты есть. То есть речь идет, скажем, о стоимости масштаба, например, 1/10 или 0,3 доллара за ватт. Так что здесь действительно возможен прогресс, хотя и ориентированный на весьма далекую перспективу в практическом плане. Когда я думаю о космической энергетике, то думаю не только о использовании электроэнергии из космоса. Ведь можно иметь в виду еще и концентраторы излучения. Это тоже далекая перспектива, но этого забывать нельзя. Можно осуществлять подсветку отдельных районов на Земле. Вот у нас с вами сейчас ночь за окном.
если вот в Москве такая же ночь, светят светильницы. Это стоит довольно дорого. Можно расположить на орбитах вокруг Земли отражатели солнечного излучения и с их помощью обеспечить подсветку такую же, которая обеспечивает нормы ночного освещения. Ой, Леонид Васильевич, ломать природу – это всегда опасно. Что из этого получится? Опасно превращать ночь в день. Нет. Понимаете? Мы сейчас просто не представляем себе, чем это может кончиться. Ночь останется ночью. Только в этом городе будет то самое ночное освещение, которое сейчас создается с помощью светильников. Мы же его создаем. Речь идет просто о том, что создавать его будут другим способом. Есть города, где полярная ночь. Но там вынуждены круглые сутки жечь электроэнергию. Почему не подсветить Норильск, например? Это пока тоже не сегодняшний день, надо это сказать четко. И не завтрашний, это 21 век. Мы торопим и торопим наше будущее. А вот мудрец 20 века как-то сказал: «Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро. Заводы, энергостанции. Ну, конечно, построим, и будут они выглядеть на уровне требований века. А вот как мы будем ощущать себя в новом-то доме? Вот уже спроектирован дом-город на 54 миллиона жителей. Останется ли в таком городе человек по-прежнему мерой вещей? Это древний философ Протагор сказал: «Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не существуют». Очевидно, все-таки наступит время, когда будут некие поселения, и в этих поселениях будут созданы условия, ну, чисто бытовые уже, не только производственные, когда там будут и рождаться дети, расти, и когда будет, ну, какой-то уже возникнет чисто космический интерьер, потому что, ну, сейчас трудно об этом говорить, все будет подчинено действительно задачам технологическим, когда возникнет понятие некой космической квартиры. И в этой квартире должна быть какая-то, ну, приноравленная к этим условиям космическая мебель, какой-то быт. Очевидно, мне кажется, что все-таки это все будет. И вот меня занимает вопрос чисто такой, может быть, не производственный, а человеческий. Как люди, как они освоятся? Понимаете, вот сейчас возникло, допустим, такое движение, понятие ретро, когда мы немножечко тоскуем о старой мебели, о дедушкиных абажурах, о обстановке, в которой жили наши предки. Не будет ли испытывать такую же тоску космический житель, когда он очутится в домах-шарах, лишенных обычных таких вот атрибутов нашего сегодняшнего бытия? Это, может быть, немножечко я вас отвлекаю от вопросов космической технологии, но, по-моему, это связано с нашей темой. Что вы могли бы сказать о космической архитектуре вот в связи с выходом в космос технологии? Ведь если говорить относительно ретро и тости человека о чем-то привычном, вот я, слушая вас, вспомнил вот что. Я помню, много лет назад первый раз побывал в Новосибирском академгородке. И вот мы пошли с друзьями по их прекрасным березовым аллеям. Там чудесный, так сказать, ландшафт такой. И одна моя знакомая говорит: «А ты знаешь, я о чем тоскую? Это на фоне этих прекрасных березок. Мне не хватает входа в метро. Московское метро. Будет не хватать». Здесь вы, конечно, правы. Но если говорить об архитектуре невесомости, то я бы в это действительно емкое понятие вкладывал немножко другой смысл. Это не поселение в первую очередь, а это трехмерная энергопроизводственная инфраструктура. Ну, кое-что там понятно. Там фабрики будут, заводы будут, обслуживание необходимое и так далее. Но речь сейчас идет не об этом, речь идет о постоянном жительстве.
Вот. Ну, во всяком случае, интересно посмотреть, если такая проблема возникнет перед человечеством через какое-то время, то как будут выглядеть такие поселенцы? Разумная проблема, интересная проблема. И я думаю, что пофантазировать на этом отношении было бы только полезно. Кроме того, история человечества показывает, что оно все время стремится к экспансии. Открывает новые земли. Это в природе человека. В природе человека, в природе человечества. В пространстве общества. Себя расширять, распространять пространство. Расширяется в пространстве, занимает все больше и больше площади, занимает, в конце концов, земля ограничена. Значит, кстати, Циолковский так и сказал, в погоне за пространством и светом. Кстати, эта беседа проходила в Калуге, в дни ежегодных циолковских чтений. Проходила в зале Государственного музея космонавтики. Беседовали между собой и с нами академик Борис Раушенбах, писатель и искусствовед Юрий Овсянников, архитектор Вячеслав Локтев. Наверное, примерно 60-х годов появились проекты, в которых участвовали архитекторы. Проекты станций и поселений в космосе. В нашей стране и за рубежом. И сегодня вот видно, что тут сразу несколько направлений наметилось. Одни себе представляли, что решение будет чисто технологическое, решенное учеными, техническими дизайнерами. И смысл его в том, чтобы обеспечить, ну так сказать, жизнеобеспеченность человека в этих, как говорят, экзотических условиях, с учетом всего того, что дает новый космос, и невесомость в том числе. К невесомости двоякое отношение. Одни считают, что с ней надо покончить в космосе. Есть такая точка зрения, она до сих пор существует. Другие говорят наоборот. И, кстати говоря, Циолковский тоже придерживается второй точки зрения, что невесомость очень важна для пребывания человека в космосе. Что это очень ценная экзотика, которую нельзя потерять. Это новый шаг. Истины ради необходимо припомнить, что Циолковский действительно полагал, что с невесомостью, с жизнью в межзвездном пространстве связано будущее человечества, а также и дальнейшее развитие самого человека как биологического вида. Циолковский пришел даже к выводу, что для дальнейшего совершенствования Homo sapiens тяжесть вредна. Впрочем, Циолковский задавался и таким вопросом. Можно ли обойтись без воды и воздуха, и в какой степени они необходимы? Циолковский был пророком космоса. Но даже пророки не предвидят будущее в деталях. Мой опыт, например, подсказывает, что это можно только лишь как, так сказать, небольшой аттракцион. Невесомость позволит себе, а в основном-то жить в условиях какой-то все-таки искусственной там, гравитации или какой-то другой силы, которую человек притягивает именно, что он весит, что у него нет проблем с обычной жизнью. Жизнь зародилась в условиях гравитации, она не может отказаться. Дело в том, что невесомость – это очень неприятная и очень нехорошая вещь. И для того, чтобы с ней бороться, человек должен делать ежедневно многие часы гимнастические упражнения и так далее, и так далее. Многие нормальные технические устройства не работают в условиях невесомости. Например, нету конвекции тепловой, которая нужна. Ее приходится заменять вентиляторами. Вентиляторы шумят, гудят, и это очень неприятно. Космонавты устают от постоянного гудения всех многочисленных вентиляторов. Затем вода не течет по кранам, ее нужно просовывать, потому что нет естественного стока. Понимаете ли? Больше того, мы в технике вынуждены, скажем, при запуске в невесомости очередной ступени ракет ненадолго создавать весомость, включая пороховые двигатели, снять невесомость. Она не дает возможности запустить двигатель. Короче говоря, невесомость – это не такая уж хорошая вещь. Я не спорю, что там будет и невесомость иногда, и в некоторых местах. Но мне кажется, уж если говорить о поселениях людей длительных, то там всегда будет весомость. Правда, весомость не та, что на Земле. Она будет искусственной гравитацией. И это, вероятно, скажется и на архитектуре формы. Вот здесь, вот, как сейчас, вот в последние годы начинает выясняться, мы сталкиваемся с совершенно такой необитаемой страной проблем, где нужно пересматривать фундаментальные, как мне кажется, законы, действующие вот в архитектуре, всегда действующие. Вся архитектура гравитационна. Собственно, язык архитектуры, выразительный язык, выработался на основе преодоления и работы на законе притяжения. Она всегда говорит этим языком и говорила этим языком. Вячеслав Локтев прав, конечно.
Земное строительство и архитектура развивались под знаком гравитации, да иначе и быть не могло. И земная жизнь развивалась в условиях гравитации. Другое дело, как и где она возникла первоначально. И еще одну важную, пусть и спорную мысль высказывает архитектор Лоптев. Сила земной тяжести с давних пор формирует наше мироощущение, контролирует эмоции. И если земная архитектура и стремится порой к небу, то не отрываясь от земли и вырастая из нее. И нам непредставимы земные архитектурные формы в пространстве невесомости. Так что вот этот шаг имеет очень большие последствия. И для архитектуры здесь предстоит очень многое осмыслить и продумать. И, может быть, чем скорее это будет сделано, тем лучше. Потому что если мы будем жить в космосе долго, ну так год, сейчас уже живут в космосе, люди и работают, это уже не командировка, это уже жизнь. И тут надо учитывать все. И психологию человека, его духовные потребности, его мир, представление о мире. Давайте все-таки думать о каких-то хотя бы ближайших двух этапах, двух периодах ее развития. Ведь первоначально архитектура, я думаю, что будет чисто производственная. Ближайшие какие-то. Мы приближаемся к летающей станции, но дальше какие-то платформы, какие-то предприятия. Значит, это чисто промышленная архитектура, пожалуй, на первых порах даже не связана с деятельностью человека, а с деятельностью роботов, механизмов разумных и так далее. И только десятилетия, наверное, спустя мы можем будем говорить о архитектуре, то, что мы предполагаем, жилой архитектуре. Обитаемая архитектура, совершенно верно. Обитаемая космическая архитектура. Это и сейчас, в наши дни, звучит достаточно необычно. И тем не менее, 3/4 века тому назад Циолковский в провинциальной Калуге создавал подробные проекты будущих внеземных поселений. Так выглядел космический дом по Циолковскому. Это реконструкция, сделанная на основе его рисунков. Вот такой представала большая космическая станция в фильме режиссера Клушанцева. Фильм был посвящен Циолковскому и сниматься начал еще до запуска первого искусственного спутника Земли. А это 30-е годы. Разработка советского ученого Ари Штернфельда. Сегодняшний день. Проект архитектора Барнабишвили. Искусственная планета. Знаете, ведь архитектура, пожалуй, самый точный отразитель духовного мира человека, его стремлений, его верований, его воспринятия мироздания, его соотношения с космосом. Это египетские пирамиды, это древнегреческие храмы, это романские храмы, это готика и так далее и тому подобное. А вот космическая архитектура, мне кажется, совершенно иной должна быть. Она не действует по привычным нам канонам и не может действовать по привычным нам канонам, поэтому пора сегодня подумать, какой же она будет все-таки. Понимаете, история развивалась. В одном пути наступил резкий перелом. Мы вступаем в какую-то совершенно новую фазу. Новую фазу мировоззрения, новую фазу нашего отношения со Вселенной, с мирозданием, и психология будет другая. Пространство, в которое человек выходит, оно, ну я буду иметь в виду художественное пространство, отличается от того пространства на Земле, где вот этот гравитационный закон для искусства очень важен. Значит, образы его будут другие. Вы знаете, когда вот были запущены первые наши спутники и появилась эта вся космическая техника, я приходил на ВДНХ и смотрел завороженный вот на всю эту красоту. То есть меня поражала необычность этих форм, хотя она вся строго детерминирован. И вот сейчас я прихожу к такому мнению. Как несовершенны эти формы по своим задачам, технологическим и всем прочим, в художественном отношении они не соответствуют пространству невесомости. Это чужеродные, это формы, сделанные на Земле, по законам земного мышления. Они отторгаются космическим пространством. Они земные. Это говорит архитектор.
исследующий художественную проблему пространства невесомости. Как же смотрит на ту же проблему практик освоения космоса академик Раушенбах? Когда мы обсуждаем вопросы архитектуры невесомости, конечно, возникает много проблем, где техника и искусство оказываются связанными очень крепко. Больше, чем в обычной архитектуре, вклад рационального, то есть инженерно обусловленных, а не эстетически обусловленных решений. Все-таки, конечно же, космические станции и поселения будут создаваться в основном на рациональной основе, а не на художественной. Но тут должен сказать, что часто рационально бывает и красивым. Ну, скажем, возьмите современный самолет, он очень красив, но ни один художник не принимает в нем непосредственную участие в создании его. Это все, в конце концов, математика, гидромеханика, такие вещи. И тем не менее, он красив. И Олег Константинович Антонов, известный авиаконструктор, он даже говорил о том, что если самолет некрасив, то он будет плохо летать. В самом деле, формы проектируемых сегодня космических домов, если и блещут выдумкой, то чисто технической, функциональной. И возникает опасность застроить наш ближний космос чем-то таким, с чем потом, как то уже бывало на Земле, нелегко будет распроститься. Это вообще не архитектура, а тем более космическая. Я уверен, что это продукция дизайна и инженерии. Когда речь идет о системах расселения в космосе и о создании вот этой жизненной среды, здесь недостаточно ни дизайна, ни инженерной продукции. Я думаю, что во многих книгах, которые сейчас выпускаются на эту тему и в многочисленных проектах, поспешили назвать это космической архитектурой. Я пытаюсь доказать правомерность введения художественной проблемы вот в эти все проекты. В этом смысле, мне кажется, что тут не только какая-то совершенно новизна всех проектов космической архитектуры, но и должна быть традиционность. Я, например, считаю, что я в какой-то мере традиционалист, в том смысле, что отстаиваю права архитектуры в космосе, ищу ее, какой она должна быть. Ну, образно говоря, это проблема научить архитектуру парению, полету в невесомость. Она должна дать художественный образ невесомости, как она давала образ гравитации на Земле. В 1984 году состоялась выставка космических градолетов Вячеслава Локтева. Но следует вспомнить, что еще в 60-х годах Локтев одним из первых произнес слова «космическая архитектура», «архитектура невесомости». Локтев создает свои проекты для космоса. Вот, флайеры де гравитары, архитектурные конденсаты космического пространства, орбитальные города, градолеты, обитаемые астероиды и, наконец, метаморфоры, генераторы архитектурных метаморфоз. Будущие постройки в космосе, вероятно, будут совершенно иными. Но исследователей и архитектора заботит поиск художественного принципа. Стремились к небу. Так свидетельствует история, и мифологическая, и реальная. А когда дом будет построен, станет ли он, по выражению великого архитектора Корбюзье, машиной для жилья? Или чем-то иным. Я
Я бы сделал, конечно, эту машину очень красивой, ну, по возможности. Но она и будет красивой. Почему? Потому что наверняка она будет нести в себе другие идеи, отличные от паровоза, например. То есть другие идеи, способ передвижения, там, двигательная установка, которая займет довольно большой объем пространства, поскольку мы говорим о достижении больших скоростей в будущем. Значит, это мощное энергетическое сооружение, это станция там. Вот. Я не исключаю в других конструкциях наличие паруса. Парус можно сделать тоже по-разному. Его можно сделать очень эстетичным, красивым. Так что действительно потом те, которые остались на Земле, будут с удовольствием разглядывать этот проект и говорить, вот этот парус нам удался все-таки лучше, чем предыдущий. По форме, по цветовому решению. Знаете, сейчас в процентном отношении художников куда больше в космосе, чем на Земле. Это и Алексей Леонов, и астронавт Аллан Бин, и Владимир Джанибеков. Это его картина. Называется «На работу». Это, так сказать, будничный аспект. Это романтический. И вот Икар. Философское осмысление своего земного и космического бытия. Академик Раушенбах с довоенных времен известен как специалист по механике и процессам управления. Но в последние годы он же написал ряд интереснейших исследований по искусству, по приложению математики к проблемам изобразительного искусства, как выражается он сам. Ну, вы знаете, что... Давно замечено, что представители точных наук с возрастом становятся гуманитариями. Значит, склонность к гуманитарной приобретает. Поэтому мне кажется, что сейчас мне вопросы, вот, связанные с искусством, пожалуй, интересуют больше, чем мои вопросы техники. Они мне порядком надоели, вопросы техники. Хотя родилось оттуда. Ну, в свое время, когда Сергей Павлович Королев предложил нам разработать систему ручного управления союзами, то мы столкнулись с проблемой, как передать информацию о внешней обстановке с помощью экранов. Ведь это проблема та же, с которой сталкивается художник. Насколько точно он передает на своем полотне внешнюю обстановку, внешнее пространство. И оказалось, что вот решение этой технической задачи оказалось эквивалентным решению художественной задачи. А вот мне пришлось заняться и более глубоко своим искусством. А там, вдали, манит, мелькает, покрывало, едва покинутой Земли. Большой город космический, это будет, условно говоря, неподвижное. То есть будет ходить по орбите и будет вращаться в какой-то оси, как вращается Луна или Земля. То есть в этом смысле это будет подобие некой планеты. Может, замечательнее тем, что она будет, значит, обитаема изнутри, а не снаружи, как обычно планеты. И поэтому, может, в архитектуре возникнут вопросы не вида спереди, который обычно в архитектуре доминирует, а главное будет интерьер. Человек – существо психологически достаточно консервативное. И будущее мы представляем как некую проекцию нашего сегодня на завтра. Вот каким виделся интерьер космического дома автором фильма, снятого более четверти века тому назад. Я считаю, что первоначальный этап – это воспоминание о Земле, неразрывная связь с прародиной, с Землей. А вот последний этап, я не знаю, но как мы с вами не можем представить себе, я еще раз возвращаюсь к этой теме, но разве могли мы 60 лет назад представить, что будет телевизор?
Разве во времена Пушкина, который нас отделяет всего 150 лет, могли представить себе, что будут такие гигантские дома из бетона, алюминия, стекла или то, что мы видим сегодня, эти страшные небоскребы, давящие из человека, несоразмерные человеком. Видимо, все-таки та архитектура будет выражать совершенно новые представления человека о красоте, ибо психология станет другой. Жизнь в космосе, в гигантском, безмолвном пространстве, который навевает, несомненно, не всегда нам привычные думы о вечности, о смысле жизни, о сути жизни, она заставит измениться и психологию. Психология жизни в замкнутом пространстве. Вот как она определит? И мне думается, что здесь будут тоже модные течения. То есть появится вот внутри сферического такого, такой кубизм, осатанелый, понимаете, всем надоест видеть эти округлые формы. Будут делать эти звезды с пиками, там обязательно должно быть резким. Вот, но это ненадолго, потому что как-то человек быстро начинает уставать от... И он быстро начинает все это обрезать, приглаживать. Ага, пригладили, вот оно более-менее длительное время нам не портит настроение. То есть ему надо будет искать вот в том, что его окружает, какие-то способы, значит, ну, изменить это, изменить надоевшее. Особенно, я думаю, молодым людям. Так много новостей за 20 лет. И в сфере звезд, и в облике планет. На атомы вселенная крошится, все связи рвутся, все в куски дробится. Основы расшатались. И сейчас все стало относительным для нас. Поразительно, что это написано в начале 17 века. Поэт Джон Донн был современником Шекспира. Это тот поэт, что сказал: «Человек не остров, и если где-то звонит колокол, он звонит и по тебе». Основы расшатались, и сейчас все стало относительным для нас. После того, как я умру, я буду вращаться, вращаться вокруг этой планеты. И это, я полагаю, прекрасно. Реклама космического колумбария Целестис. Внеземного кладбища. In just a few seconds, we'll have this historic countdown. Один из 6000 счастливчиков. Two, one, ignition. We have liftoff. И вот так 63 миллиона лет, не меньше. Но, вероятно, небеса сегодня не для всех из нас. That is only one of the challenges if Star Wars is to work. Even that much would represent a revolution in nuclear strategy. Звездные войны. Увы, нет полной гарантии, что наш будущий космический дом не окажется вот таким. Нет. Не так. Не так. Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. И вот и все. И ты летишь над планетой. Ты летишь в этом мироздании, и ну, мысли... перескакивают на какие-то философские такие вот. Ведь
Совсем не так много времени прошло, я был маленьким, бегал по этой земле. Проходишь над Ташкентом и Узбекистан, сразу же видишь прекрасная погода и представляешь, там есть рыки, там есть вода, там хлопок растет, там есть много теплой пыли, которая осталась в памяти от детских вот, первых шагов. Вот это, пожалуй. И сразу же такие вот ассоциативные, что ли, мысли с жизнью вообще, вот для чего мы это все делаем, и что это хочется, чтобы не даром, чтобы это пригодилось в будущем. И хочется верить, что эта вся жизнь на Земле, в космосе, только-только первые шаги, что это все будет продолжено и распространено на всю Вселенную. О том, что это должно быть вечно. Из записных книжек Чехова. Разговор на другой планете о Земле через 1000 лет. Помнишь ли ты то белое дерево? Березу.